пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны. А ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти. Полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства. Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, гарантия индексации социальных выплат, в том числе и пенсий, наделение различных ветвей власти большими полномочиями. Это только часть поправок, которые президент предложил внести в Конституцию. Региональные депутаты должны были решить, они за поправки или против. Депутат АКЗС Иван Мордовин за, ведь они расширяют полномочия местной власти. И впервые в Конституции появилось понятие публичной власти. В Конституции теперь подчеркивается, что и государственная власть, и местное самоуправление должны вместе, сотрудничая, решать вопросы людей. Причем независимо от того, где бы ни проживал человек, любое муниципальное образование, вопросы и полномочия не должны быть причиной тому, что не решаются какие-то вопросы. Некоторые считают, что региональных депутатов слишком быстро попросили принять решение о своем отношении к поправкам. Новоалтайские коммунисты даже выступили против таких изменений. Вообще бы желательно, чтобы правительство задумалось и, меняя Конституцию, прибегло уже к хорошей сложившейся Конституции, к правильной Конституции, которая для народа, которая всех всегда устраивала, это к советской Конституции. Государственная Дума уже одобрила законопроект о нынешних поправках в первом чтении. И этого было бы достаточно, но президент еще в послании подчеркнул, что считает необходимым провести голосование среди всех граждан России. По большому счету, это просто попытка легитимизации этих изменений и разделения ответственности со всем обществом, со всеми жителями Российской Федерации. При этом достаточно вспомнить, что такое же голосование проводилось и по поводу вступления в силу Конституции 1993 года. Как будут узнавать народную волю, точно неизвестно. Как вариант, опрос на специальной интернет-платформе. По словам политолога, дату народного голосования назначат после окончательного третьего чтения в Госдуме и утверждения Советом Федерации. Будет это, предположительно, в апреле. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.